Самолеты и яхты — это фантастический отдых. Все, что придумало человечество, а в области роскоши, отказываться от этого абсолютно глупо. Кичиться тем, что ты богатый человек и ешь в Макдональдсе, по меньшей мере, глупо. Другое дело, является ли это главным в жизни? Является ли это главным в жизни? Хорошо ли на яхте проехать на Средиземном море неделю летом? Да почему Отлично, нет? конечно. Ну почему нет? Ну, для этого мы и работаем. Ну да. И рассказывать сказки о том, что я вот не такая, там, жду трамвая, там, не знаю, там, все в благотворительный Ну фонд, это ем принято. в Ну гамбургеры. твоя. Ну как, жить надо ради себя, ради самого себя. Зачем ездить на четырехлетнем пикапе?